И главное нам сейчас успеть и сделать практически самое важное, для чего мы здесь собрались. Картина на барной стойке лежит не просто так. Вот так незаметно летит время, друзья. И сегодня очень хороший и знаменательный день. Сегодня юбилей у нашего любимого, дорогого человека, президента медиахолдинга АЭС Байкал ТВ Тюникова Александра Ивановича. И несмотря на то, что его сейчас здесь, в нашей студии, рядышком с нами нет, и мы его не можем поздравить лично, обнять его, поцеловать, хотели бы пожелать и подарить вот эту картину. Да, мы знаем, что Александр Иванович очень любит Байкал, очень любит приезжать туда, медитировать, наслаждаться теми видами, которые он, ну, собственно, лицезреет перед собой. Чтобы эти виды были всегда рядом с ним, мы дарим вот такую картину с Байкалом художника нашего друга и товарища Александра Емидеева. Он из Улан-Удэ, очень любит Байкал, проникся к нему своей теплотой и любовью, очень много времени на нем проводит и очень много в своем творчестве как раз-таки отсылок к Байкалу. Ну и вот непосредственно виды, которые мы можем... Александр Иванович, картина максимально заряжена на позитив, на успех. Желаем вам бескрайнего полета творчества. Помните, что ваши возможности безграничны и что все только начинается. Желаем вам удачи, всего самого-самого наилучшего. Ну и добавлю здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Желаем вам от всей души и от чистого сердца. Картина, конечно же, тоже переходит плавненько к вам. Телепортируется. Телепортируется практически. Ну а прямо сейчас о тех знаменитых датах и событиях, которые отмечаются сегодня еще. Посмотрим рубрику «Датский уголок» и будем уже прощаться после нее непосредственно.